поселке Саракташ на улице Крупской водитель автомобиля Hyundai при движении задним ходом не заметил находящегося сзади автомобиля подростка и допустил наезд. На происшествии сотрудникам полиции удалось узнать только по обращению несовершеннолетнего в больницу. В Первомайском районе водитель Deonexia наехал на корову. Животное вышло на проезжую часть. После столкновения автомобиль съехал в кювет. В машине находился 6-летний пассажир. Он получил травмы и был госпитализирован. А водитель отказался пройти тест на алкоголь. Ведется проверка. В Оренбурге на улице Терешковой в районе остановки Мичурина учебный автомобиль столкнулся с Hyundai. В результате образовалась пробка. Все подробности уточняются. В вечернее время на кольце рядом с заводом «Инвертор» столкнулись сразу 5 машин. Все автомобили получили незначительные повреждения. Несмотря на ДТП, пробки в этом районе не было. Администрация города принято решение увеличить пропускную способность на улице Бурзянцева. В ближайшее время на участке от улицы Максима Горького до улицы Набережной будет установлен знак «Остановка запрещена». В случае нарушения автомобилистами правил их машины увезет эвакуатор.